Мы уже давно дружим с Адрианом. И есть одно качество, которое больше всего поражает меня в нем. Конечно, у него много хороших качеств. Он успешный бизнесмен, талантливый музыкант. Он вообще много всего делает, притом делает хорошо и быстро. Но одно качество меня очень сильно в нем вдохновляет. Это то, что он смиренный человек. И смирение означает, что человек понимает, что все богатства, способности и таланты даны ему Богом. И поэтому все это нужно использовать для того, чтобы служить людям и радовать Бога. И вот Адриан живет именно так. Он очень ценит духовность и духовных людей. Очень часто он живет во Вриндаване. Вриндаван — это самое святое место в Индии. Это практически его дом. И он там знает всех и обо всем. Поэтому нам будет очень интересно с ним во Вриндаване.